День добрый. У нас сегодня такой пост. Необычный. Ну, герой наших постов. Мы уже не первый раз снимаем пост с нашим финансовым директором Раби Йосефом. Заместителем финансового. Заместителем Раби Йосеф. Вот такой честный человек. Всегда подчеркнешь, что он когда, заместитель. Когда ОМОН придет, да, как бы, что не ко мне. Топ. Не финансовый вопрос у нас сейчас основной, правильно? Надо другой. Какой у нас сейчас вопрос? Итак, Раби Йосеф хотел купить оптом оливковое масло. Чтобы было подешевле, купить оптом. Заказал оливковое масло, оно пришло. Оказалось, что оно этер мехира. Что такое этер мехира, объясняю. Итак, заказывал меадрин. Вы заказывали меадрин? Конечно, да. Заказали по телефону. Заказывали меадрин, то есть идеально кошерное масло, а пришло этер мехира. Что значит этер мехира? Этер мехира так. Как вы знаете, прошлый год был годом Шмиты, да, еврейский. Седьмой год. Теперь так. Все, что растет в этот год, имеет статус седьмого года, имеет святость седьмого года. В свое время, когда еврейские поселенцы, примерно 100 лет назад уже, да, чуть меньше, да, 100 лет назад здесь были, и столкнулись с вот этим вопросом, что они выращивают, и есть у них тоцерет, да, то есть их, то, что они вырастили, урожай, он имеет статус седьмого года. Как быть? Кушать-то что-то надо? У них, кроме того, что они вырастили, тогда вообще ничего не было. Отношения, так сказать, с соседями тоже были, на тот момент, когда начала быть большая волна поселенцев, тоже осложнились. И стали задавать вопрос, а что будет, если продать землю, на которой работает еврей? Продать ее не евреям. Мы же продаем хамец в Песах не евреям. И Рав Авром Ицхак Кук, на тот момент он был Рав Раши ле Эрец Исраэль, не Мединат Исраэль, не страны Израиля, а земли Израиля тогда еще. Он постановил, что да, если мы продаем свою землю арабам или англичанам, которые на тот момент были здесь в мандате, да, у них был мандат Лиги Наций, еще не Организация Объединенных Наций, а Лиги Наций, то тогда эта земля, она в принципе теряет статус святой земли Эрец Исраэль по отношению к тому, что продукты, которые она выращивает, это как будто вы их вырастили в Британии или в Украине, а не в земле Израиля. Окей? Это, по большому счету, есть большая вот такая книга Рав Шлома Залмана Ойербаха, которая обсуждает все нюансы с этим связанным. Он обсуждает, почему, как. Короче, лимайсы, в наше время вопрос, насколько это реально. Уже нет земли, которая, в принципе, принадлежит британскому мандату. И мы купили кусок земли себе и на нем выращиваем. Сейчас мы обратно продаем ее британцам. Поэтому в наше время принято не опираться на этот этер мехира. Да, продажу земли Израиля. Но что? Но в земле Израиля есть многие люди, которые да, на нее продают. И Рав Авадия Йосеф. Рав Авадия Йосеф считал, что да, что этер мехира, несмотря на все изменения, которые произошли, все равно он имеет место быть. Да? Что-то сказать? Нет, не надо ничего говорить. Сейчас говорю в блогах, говорю я. Если можешь, потом напишешь в комментариях. Ты же не стесняешься писать в комментариях обычно. Вот, молодец. Окей. Итак, Раби Йосеф получил масло этер мехира. Теперь что с ним делать, с этим маслом? Масло. Канистры. Две канистры масла Раби Йосеф получил. Теперь так. Как быть? Мы считаем, что это масло мое. Ваше. И оно принадлежит, и в нем есть святость седьмого года. Нахон, неправильно делали те люди, которые это масло, как бы, когда собирали, нужно было сделать по принципу «Оцар бейдин», что оно принадлежит складу суда, а не по принципу этер мехира. В чем разница? Потому что этер мехира, они могут делать вообще все, что угодно там. Ведут себя, как будто они находятся сейчас в Испании, масло это выращивает оливковое. А вот Цар Бейдин, склад суда, можно собирать, но все работы, как в обычный год, вести нельзя. Окей? Так они вели себя, как в Испании. И собрали это масло. Теперь что с ним делать, с этим маслом? Продавать. О, теперь это масло, можно им пользоваться? Можно им пользоваться. Они продают его. И пользоваться им, оказывается, по многим мнениям, опять же, да? Можно.
Но что? Но если так, то у этого масла у него есть святость 7-го года. А есть еще один закон, что всякая вещь, которая плод 7-го года, его можно использовать только то время, пока оно на поле для животных. Его можно использовать дома для еды. Но если оно закончилось на поле для животных, то оно не может быть использовано по закону Торы для человека тоже. Это называется закон Биюр, уничтожение. То есть плоды 7-го года должны быть уничтожены до того момента, как они закончатся на поле для животного. Теперь, что такое уничтожены? А здесь два мнения в мудрецов. Да? Есть, которые говорят, уничтожено должно быть полностью закончено. Под ноль. Есть мнение, которое говорит, что нет, достаточно сделать это ничейным. Да, я выношу это перед тремя друзьями. И говорю, это масло не принадлежит мне больше. Я его у себя из владения уничтожил, он у меня в моем владении не находится. Поскольку Шмита, 7-й год, в наше время это Дерабонан, по мудрецам, то мы говорим, что мы опираемся на вот это облегчающее мнение. Не обязательно закончить все, а достаточно сделать ничейно. И это то, что Рабби Йоси сейчас делает у нас с нами в кадре, да? Мы это трое друзей, мы это трое его друзей, значит, я, Довид Леви и наш оператор Рыбарь Илей, да? И мы, так сказать, перед нами Рабби Йоси скажет, что он делает это ничейным. Почему мы именно сейчас это снимаем? Потому что, оказывается, маслина и оливковое масло должно было сделать их период, это до... Шавот. До Шавота. Так сказал Рав Йосефу наш учитель Рав Бенцион Зильбер. Да? И поэтому мы сейчас, поскольку у нас Шавот, Безрат Шем Йом решен, должны сделать вот эту процедуру до Шавота, чтобы Рав Йосеф мог использовать это масло уже в Шавот. Ахшав, поэтому, так сказать, мы сейчас, Рабиоси, скажите, значит, что вы делаете? Эфкер? Ничейн. За эфкер. Арей за эфкер, да? Теперь, это коли хат, в принципе, мы можем это взять. Сейчас да? все кто взять, хоть... пожалуйста. Вот ту канистру пожалуйста. Пожалуйста. Ну что? Каждый, кто хочет, может прийти и взять. Окей. Как теперь... это в Песах Кула, это на Амацу, каждый, кто это хочет. Коль Дикфин. Всякий, кто голодный, Йосиф, да, Йосиф Ивсах. Да, Китцер, в общем, вот оно, это масло, Рабби Йосеф сделал на него эфкер. После этого, оказывается, после того, как Рабби Йосеф сделал его эфкер, он может разобрать себе обратно, как ни странно. Потому что мы, так сказать, засвидетельствовали этот эфкер. Да, мы видели, что это масло эфкер, Рабби Йосеф сказал, что оно эфкер. Все, после этого Рабби Йосеф может его лизгодбо хазара, то есть приобрести его себе обратно, и дальше и пользоваться как обычным маслом. Но что? Не как обычное масло, но масло есть святость 7-го года. То есть, если вы, например, добавите его яичницу на пожарите, то вся яичница святая. Добавляете его в салат, весь салат святой. Добавляете, жарите на нем котлетки, все котлетки святости 7-го года. И так далее. То есть, это на самом деле немножко такое, как говорят на идыш, головная боль. Коп-дрейниш такой, да? Что? Использование запрещено. Ну, все, что делаешь. Окей. И есть масло. Еще, так сказать, как бы портить это масло нельзя. То есть все, что будет считаться, как бы, что вы его используете, как бы портите его, там, например, захотите им промыть, я не знаю, какие-нибудь детальки. Ну, предположим, если бы это был какой-то. Народ-шаббат налить. В народ-шаббат, если оно для еды, да? Ну, для еды. Только для еды. Там, может быть, да, зажигать в свечах тоже нельзя. Ну, это надо посмотреть, спросить у Рав Якова Шуба, они подробно это учили. Этот вопрос надо задать про папу. Можно ли зажигать это? Шаббат считается ли это? Может быть, это нормальное использование? Может, обычно масло используется для этого? Это нужно выяснить. Окей, это то, что мы хотели сказать на нашем сегодняшнем блоге. Всем большое спасибо. Хаг Шивуот Самех. До свидания. Хаг Самех.